Заблудший. Подходите, хрустящая кукуруза. Заходите. У нас есть все. Для семейных, для одиноких. Брат, братишка, подойдите. Идите. Смотрите, что у нас есть. Скидка 20%. Вот, брат, это вам. В подарок. На удачу. Подходите. Наш новый супермаркет. У нас есть все. Маш, горох, рис, макароны. Ну и это. Рустам. Ты опять дурачишься. Саид, как дела? Да слезай. Погоди, убери руки. Слезай давай. Ты что делаешь? Да ну тебя. Погоди, стой. Ты чего? Привет, девочки, как дела? Спасибо, Саид, все хорошо. Принимайте товар, как поживаете, Дилбараба? Добро пожаловать. Здравствуйте. Что будете заказывать? Если можно, просто чай. Черный или зеленый? Зеленый. Чай. Одну минуту. Думаю, тут есть. Идем спросим у продавца. Прошу прощения. У вас есть произведение Хамса Алишер Наваи? Нам очень надо. К сожалению, мы уже все продали, но я могу вам предложить собрание стихов о любви. От любви только проблемы. Но, наверное, и это подойдет. Что вы тут делаете? Так просто. Да мы просто книгу ищем, но нужной не оказалось. А что, в интернете нельзя было найти? У тебя и так проблем выше крыши. А ты деньги на ветер бросаешь? Пойдем. Стой. Стой, убийца. Что ты наделал? Что ты наделал? Почему ты не умер вместо моего мужа? Что ты за человек? Что будет со мной и с моим ребенком? Сейчас от души посидим. Вам как всегда? Да. Шахруз, присаживайся. Эй, ты. Тебя что, по телефону вызывать надо? Нам сок принеси. Только персиковый. Она что, характер показывает? Улугбек, а ты помнишь? А вот и она. Принцесса, ну как поживаете? Давно не виделись. Мы вас не побеспокоили.
Или вы на нас обиделись, красавица? Так это она. Да тише ты. Шахрос. Сейчас и проверим. Даже внимания не обращает. Что с тобой, Шахрос? Нервничает парень. Одну минутку. Да что она может? Строит из себя. Прошу прощения, меня вызывают. Одну минутку. Без проблем, я быстро. А вот и снова она. Что-то еще будете заказывать? Ничего. А что есть? Подойди поближе. Понимаете, меня Шахрус уговорил над вами пошутить. Так-то у меня такого намерения не было. Вы не обижайтесь, он мой друг. Я не могу ему отказать. А вы-то к тому столу, то к другому. Вот мы и решили над вами пошутить. Без обид, красавица. А если откровенно, то мы сыты. Что с тобой? Ты смотри, какое у нее настроение пропало. Смотри, что ты молчишь. Если бы я СМС не написал, ты бы вообще не подошла. Я не понял. Заказывать будете? Да ничего мы не будем, ясно. Все у нас есть, ничего не надо. Вы свободны. Дай минутку побегать. Я хорошо бегаю. Вот увидишь. Саид, я сейчас побегаю. Да ну тебя. Работай. Сим-сим, работай. Вот. Пошла. Классно. Это слишком. Тише. Сделай потише. Что ты делаешь? Ну как тебя? Останови, Саид. Саид, стоп, 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 стоп. Давай, спортсмен. Тебе еще отжимания делать. Отжимания? Да. Зачем отжимания-то? Банкет на 24-е. Да, у меня будет день рождения в этот день. Сейчас посмотрю. Да, 24-го свободно. Пройдемте внутрь. Посмотрите наше меню. Хорошо. Привет. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Я могу присесть? Конечно, не стесняйтесь. Благодарю. Вы тут рядом где-то работаете? Да, я тут. В супермаркете работаю. И кем вы там работаете? Обычный рабочий. Хорошо. Секунду. Не буду отвечать. Вы знаете, мы тут не так давно с подругой были в книжном магазине, но не нашли эту книгу. Если вы не против, на выходных я вас отведу в другой книжный магазин. Хорошо. Договорились. Да, я много о чем мечтаю, но самая большая моя мечта — это заиметь свой собственный ресторан, в котором чтение книг будет обязательным. Хорошо. А это кто? Это мой знакомый. Ты видишь, Улугбек? Я тебе звоню, СМС пишу, а ты, как ни в чем не бывало, гуляешь. Ладно, нам надо поговорить. Не волнуйтесь.
Иди сюда. Я сейчас вернусь. Что так смотришь? Людей никогда не видел. Почему же не видел? Нормальных видел. Осторожней, или ты проблем ищешь? Саид, пойдемте, мы уходим. Скорей. Стой. Шахрус, мне вернуть их? Проклятие. Так мне их вернуть? Нет, не надо, поехали. Что случилось? Все в порядке. Просто... Вы простите. Я вас побеспокоила. Вон там мой дом. Спасибо, что проводили. До свидания. До свидания. Здравствуйте, здравствуйте. Мы подруги Гузаль. Так ее давно нет. Что случилось? Где она? Она сейчас в больнице. У нее все в порядке? Несчастный случай. Что с ней? А у вас красивое кафе. Проходите, посмотрите. Так что случилось? Произошел несчастный случай. Она сейчас в больнице. Прошу вас, не увольняйте ее. Сестренка, мы не можем человека уволить только потому, что он не вышел на работу. Без заявлений и так далее. Можете оставить свой номер телефона? Ладно, только звонить по делам Гузаль. Договорились? Да, конечно, только по делам Гузаль. Просто, чтобы я был в курсе дела. Хорошо. Сейчас. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо. Прошу прощения. Я ищу Гузаль. Гузаль четвертый день не выходит на работу. На телефонные звонки не отвечает. Позавчера приходила ее подруга. Просила не увольнять ее. Там что-то случилось, она в больнице. Я взял номер телефона на всякий случай. Если хотите, могу вам дать. Да нет, не стоит, не обязательно. Все в порядке? Да я так, просто. Ну тогда всего доброго, всего доброго. Здравствуйте. Прошу прощения. В какой палате находятся недавно поступившие? Вновь поступившие в 5-й, 7-й и 10-й палате. Спасибо. Погодите, что? Надо надеть халат. Спасибо. Будьте здоровы. Не плачьте, он поправится, все будет хорошо, не плачьте. Будете подавать заявление? Без заявления мы не сможем открыть дело. Пока Гузаль не придет в себя, мы ничего не можем сказать. Идемте, я вас провожу. Как только она придет в себя, сообщите мне. Мне надо задать ей несколько вопросов. Хорошо, не волнуйтесь.
Мы с Гузаль живем вместе. Арендуем. Моя сестра тоже работает официанткой. В этом году Гузаль не хватило баллов для поступления в вуз. Она пошла к репетиторам, ну и чтобы заработать, устроилась официанткой. Знаете, есть такая поговорка. Ребенок без отца – полусирота. А ребенок без матери – круглая сирота. Эти негодяи вчера избили ее. Вот такие дела. Кто этот парень? Это друг Гузаль. Вот так. Вы как будто с Луны спустились. Что значит, что хотят? Они считают, если девушка работает официанткой и вежливо разговаривает, значит, им все позволено. Эти ребята чай заказали, а Гузаль не хотела их обслуживать. У нее в тот день работы было много, но выхода у нее не было, и она принесла им чай. Кто-то из них ее отвлек, а кто-то пролил чай на телефон. Обычная вода. В общем, эти ребята потребовали от Гузаль новый телефон. Эти негодяи прекрасно понимали, что она не в состоянии купить телефон. А потом хозяин телефона пригласил Гузаль на свидание. А она поняла, в чем дело, и отказалась. Самое интересное, что друг Гузаль из интернета, узнав о ее ситуации, предложил свою помощь. Даже он удивился, насколько она простая. Кто они? Если не ошибаюсь, одного из них зовут Шахрус. Шахрус. Шахрус, остановить их! Ладно, я пойду. Оставь его, пусть проходит. Это же тот самый. Да, пришел. Чего ему понадобилось, интересно? Не знаю. Прошу. Вы не так давно обидели одну девушку. Она сейчас в очень тяжелом состоянии. Девушка? Какая девушка? Примерно 2 недели назад я шел с ней. Ее имя Гузаль. А, ты про эту. И что дальше? Вот здесь. Хватит денег на 2 таких телефона, как у тебя. Шахрус. Эй, ты чего? Ты адресом ошибся. Слушай, смотри сюда. Он деньги принес. Какой молодец. Ребята, я сейчас вернусь. Ты что, благотворительный фонд открыл? Я говорю, оставьте Гузаль в покое. Оставьте ее в покое. На. Проваливай с глаз долой. Я не понял, что это он из себя возомнил. Ты забыл свой конверт. Ты что, крутой, что ли? Ты что это? Решил с нами тягаться? На! А!
Погоди. Вставайте. Я сказал, вставайте, не валяйтесь. Давайте. Вставайте, говорю. Я сказал, оставь ее в покое. Ты кто такой? Входите. Можно? Звонили из больницы. Шахрус Атабековичу стало хуже. Что? Алло. Бехрус. Да, Хусан, как дела? Да, в порядке. Ты как? Хорошо. Что-то случилось? Срочно возвращайтесь в Ташкент. Что случилось? Твой братишка, Шахрус. Что? Шахрус? Что с ним? Он в больнице. Что? Я влетаю первым же рейсом. Понял. Жду. Здравствуйте. Как долетели? Поторопись. Гони скорее. Срочно отвези меня в больницу. Бехрус Атабекович. Братик мой, кто тебя так? А ты куда смотрел? Куда? Ты взгляни на него. Прошу прощения, Бехрус Атабекович, мы не ожидали такого. Ты же знаешь, он у меня единственный братик. Куда ты смотрел? Мы обязательно все исправим. Братик, я обязательно его найду. Может, я вас чем-то обидел? Прошу, не молчите. Ваш загадочный друг. Кто это может быть? Что за загадочный друг?
Что случилось? Пульс пропал. Готовьте дефибриллятор. Поняла. Готово. Еще. Готово. Бехрус Атабекович, мы сделали все, что смогли. Что с ним? Мне очень жаль. Мы не смогли его спасти. Что? Братик, на кого ты меня покинул? Друг, возьми себя в руки. Не пугай меня, открой глаза. Не мучай его, Бехрус. Возьми себя в руки, друг. Уйди. Бехрус, хватит. Возьми себя в руки. Шеф, опустите окно. Вот фотографии. Слава Аллаху. Это только сон. Подлец. Подлец. Ты мне за все ответишь. Я все проверил. Можешь спокойно брать. Кстати, помнишь те двое ребят? Документы их в порядке. Можешь принять их на работу. Еще созвонимся. Здравствуйте. Ты свободен. Вот этот человек зашел в ресторан с черного хода, пробыл там 10 минут и ушел. И он не работник ресторана. Срочно выясни, кто он такой. Чтобы завтра на этом столе были все данные. Ясно? Конечно, все ясно. Но время пошло. Или я этим должен заниматься? Я все понял. Брат, а где наши мама и папа? Они далеко. Брат. Да, братик. Атабеку мама купила новую машину. Правда? Да, большую, красивую. А Азизбек сломал мою машину. Кто мне новую купит, брат? Я когда вырасту, куплю тебе самую большую красивую машину. Хорошо, братик? Будешь гонять с удовольствием. Детки, идемте обедать. Идем, бабушка. Брат, идемте обедать. Детка, что с тобой? Бехрус. Расскажи. Что с тобой? Ничего. Ну ладно, пойдем, пообедаем. Все будет хорошо, мой родненький. Ничего им доверить нельзя. Доверил им. Сволочи. Ребята, вы готовы? Да-да. А вот сюрприз.
Поздравляем с днем рождения! Одну минуту. А теперь мы его разрежем. Ребята, давно уже меня никто так не поздравлял. Если честно, я так заработался, что совсем и забыл про свой день рождения. Сегодня праздник. Сегодня у моего друга день рождения. А теперь давайте разрежем торт. Начинайте резать. Спасибо, ребята. Поздравляем. Еще. Поздравляем. Ибрахимов Саид Рустамович, 1984 года рождения. Закончил спортивную школу. У него было блестящее спортивное будущее. Но в последнем матче он нанес противнику смертельный удар. В результате его соперник умер. И Саид бросил спорт. Его мать умерла в 1991 году. Отец больше не женился. В 2010 году его отец умер. С тех пор Ибрахимов Саид проживает один. Сейчас работает в супермаркете. Значит, спортивная школа. Теперь все ясно. Ты пришел один или с прихвостней? Ты сейчас выйдешь со мной на улицу, ясно? Друг, ты в порядке? Давайте быстрее. Чего вы ждете? Иди, иди скорее. Проследи. Быстрее! Я вам плачу такие бабки, придурки. Но он меня застал врасплох. Мало тебя. Сесть с вами в одну машину – это уже глупость. Идиоты.
Чтобы я вас больше не видел. Завтра все напишите заявление на увольнение. Вам ясно? Проваливайте. Сколько раз я тебя спрашивала про твоего друга, но ты так и не ответила. Асаль, послушай меня. Я с ним в интернете познакомилась. В жизни я его не видела. Мы просто общаемся. Что-то ты от нас скрываешь. Может быть, это он приходил в тот день? Послушайте, а кто приходил меня навещать? Не Шахрус? Да нет, не он. Кстати, я слышала, что кто-то не слабо так Шахруза избил. В этом мире все отвечают за свои поступки. Прошу вас. Вот этот парень. Добрый вечер. Добрый вечер. Бехрус Атабекович. Опять телефон. Бехрус. Похоже, вы устали. Да ладно. Да. Опять работа? А это зачем? Вот так. Намного лучше. Работа? Вот вам работа, Бехрус Атабекович. Что-то не нравится? Не нравится. Ты же знаешь, в каком я сейчас состоянии. Мой братик, ты же все знаешь. Если не ты, то кто меня сможет понять? Я пытаюсь понять, Бехрус. Я вижу, ты очень хорошо выглядишь. Не похоже. Или у вас кто-то есть? Говорите, я всегда вас понимала. Даже так? Да. Кроме тебя, у меня никого нет. Да ну. А свечи-то погасли. Но если ты на меня в обиде... Да, есть немного. Снова зажжем. Для тебя. Для нас обоих. Мне нужна твоя помощь.
Ты знаешь моего братика? Да, знаю. Если не ошибаюсь, 2 года назад с тобой мы возили его за рубеж. Да. Тогда я его и видел. Недавно его кто-то сильно избил. Он совсем плох. Лежит в больнице. Найди его, поговори с ним. Не волнуйся, что-нибудь придумаем. А вот и плов, прошу вас. Есть новость? Какая? Вот тебе и новость. Что? Друг твой написал. Что там? Все в порядке? Ну что? Ну давай посмотрим, что он там пишет. Дорогой друг, я вам так много пишу, но вы почему-то не отвечаете. Вас... Ну? Короче, приглашают на свидание. Соглашайся. Может, не стоит? Вот именно. А вдруг там урод какой-нибудь? Ну и что? Зато узнаешь наконец-то, кто это. Ответь ему. Ну ладно, отвечу. Привет, друг. Со мной все в порядке. Пойдет. Может, фото отправить? Конечно, пошли. Все, хватит в телефоне ковыряться. Итак, есть идея. Я решила уволиться с работы. А что дальше? Почему? Боюсь, что они снова туда заявятся. Братишка, слушаю вас. Иди сюда. Отнеси это в машину. Давай быстро. Понял, брат. Поторопись. Времени нет. Которая машина? Вон там стоит. Вот это? Какая крутая машина. А вы мне такую не купите? Нет слов. Поторопись. Ну вы и закупились. Помогите! Кто-нибудь! Алло. Привет, Саид. Привет. Слушай меня. Сколько ты будешь играть в прятки? Мы давно не дети. Все равно нам придется решить нашу проблему. Что тебе нужно? Мне? Ты, парень, сильно ошибаешься. Что мне больше всего не нравится в жизни? Это когда моих близких обижают. А теперь слушай меня внимательно. Если ты не придешь на встречу, на головы твоих близких друзей придут большие опасности. Тебе ясно? У меня нет друзей. Ты уверен? А как же Рустам и другие? Или ты забыл? Наш Шахрус сильно избалован, закопал нас в проблемах. Как дела? Нормально. Вызывали? Для тебя работенка есть. В этом конверте фото. И деньги на расходы. Подробности... Тебе объяснит Шухрат. Понятно. Он будет рядом, подскажет, что к чему. Но сделать все надо быстро, ясно? Понятно. С вашего позволения. Хорошо. А ты будь внимательнее. Надо за всем тщательно проследить. Я все понял.
Это Саид. Ты его хорошо знаешь. А это наш Шахрус. А это кто? А это Гузаль. Все случилось из-за этой девушки. Шахрус с дружками издеваются над ней. Повесили на нее телефон. Издевались. Избили ее. В итоге она попала в больницу. И Саид решил ей помочь. Пришел поговорить. А получилась драка. Все, что произошло, что к чему и кто виноват в этих документах. Все детали. Ознакомься. Вот идиот. Хусан, друг мой, скажи мне, что ему не хватает? Я ему как отец был. Я за мать ему был. Бехрус, успокойся. На наше счастье, девушка оказалась не глупой. Она не стала из-за этого случая писать куда надо. Так что с этой стороны нам улыбнулась удача. Улугбек, быстро приезжай ко мне. Хусан, послушай меня. Найди эту девушку и сделай все, что ей надо. Сделаю. Что случилось? Дело есть, поехали. Ну, наконец-то. Хоть в конце дня хорошие новости. Привет, мой друг. Я не писала, потому что в моей жизни произошло много событий. Я рада, что на многие вещи в жизни взгляды наши совпадают. И плюс ко всему нас разделяют тысячи километров. Кстати, мы с вами договорились, что мы дружим только в интернете. И даже имена не будем называть. Уважаемый друг, так как я вам обещала, отправляю вам последний кусочек пазла своей фотографии. И это мое последнее письмо. Прощайте. С уважением, ваш друг. Черт побери. Ребята, меня шеф по делам отправляет. Вы пока тут без меня. Хорошо, не вопрос. Что делать? Ответить? Да, ответь. Алло, Саид, ты меня слышишь? Саид, помоги мне. Саид. Послушайте, кто это? Если тебе нужен твой друг, поторопись и приезжай. Постой, кто это? Слушай меня внимательно. Через 30 минут жду тебя около карго. Кто это? Я не понял, кто это? Непонятно, кто это? Как бы нам не опоздать. Погнали.
Ты искал Саида? Где Саид? Я Саид. Да ну, что-то рожа не похожа. А вы ищете Рустама? Да, ищем, а что? Вон Рустам. Ребята, помогите ему. А Саиду передайте. Если он мужик, пусть придет на встречу со мной. А ты что, самый умный? Ты знаешь, за то, что ты выкрал Рустама, тебе руки-ноги надо переломать. Что ты сказал? Руки-ноги переломать надо. Но я запомню. К вам у меня претензий нет. Погоди. Ребята, драка! Срочно помогите им! Стой! Саид, сюда. Ты знаешь, тут... Что случилось? Там драка, наших бьют. Идем, скорее идем. Ну вот теперь посмотрим. Послушай меня, послушай, друг. Саид, друг.
В прошлый раз я был не готов. Шахрус, может, не стоит? Я только вспомнил, откуда я тебя знаю. Ты должен был стать чемпионом в 2010-м. Помнишь свой последний бой? Посмотри на себя. Кем ты был и кем стал? Хочешь знать правду? В тот день подкупили твоего противника, чтобы сломать тебя, а ты не знал ничего. Ты слышишь? Ты лжешь. Не может быть. Ложь. Я проиграл тот бой. А мой противник умер в больнице. Я сам все видел. Будь ты проклят. Убийца. Нет. Нет. Я не убийца. Нет. Ты знаешь, человека сломать несложно. А он снова встает на ноги и идет себе дальше. А если сломить его волю, тогда уже ему ничего не поможет. Что ты сделал со спортом? Используешь свои умения как оружие. Я защищался. Защищался? От кого? Какая защита? А ну встань. Тебе спорт игрушка? Спорт надо понять суть. Чтоб ты знал, я из-за тебя так поступил. Когда мне показали твое фото, я тебя сразу узнал. Мой друг Бекзот сказал, чтобы я с тобой поговорил, но я не смог найти тебя. Я был вынужден выкрасть Рустама. Моя цель была тебя свести с Бехрузом. Думаешь, мне нужны эти проблемы? Вмешиваться в ваши драки и становиться преступником я не хочу. Ты слышишь? Иди сюда. Я? Да я тут так гулял. Вы знаете, у меня тут дело. Иди сюда. Иди. Ко мне иди. Этот Саид, твой друг. Никогда его не бросай, ты понял? Друзей не бросают, ты понял? Не бросают.
Алло. Это я, Сарвар. Саид здесь. Приезжай быстрее. Вон, решай свои дела с Саидом. Что это с ним такое? Я его узнал. Мы тут по делам посчитались. Вам бы не помешало договориться. Иди, помоги ему. Бехрус, твой братишка. Что ты здесь делаешь? Брат, я пришел, чтобы с ним поквитаться. Ты уже поквитался. Я тебе скажу кое-что. Саид. Настоящий мужчина. А ты до сих пор, как маленький мальчик. Я давно уже взрослый. Мне надоело быть твоей тенью. Куда бы я ни пошел, все говорят, это братишка Бехруза. Меня тошнит от твоего имени, ты понял? Послушай меня. Ты всегда мне говорил, будь порядочным. Ну что ж, ты такой порядочный. Тогда почему? Почему ты не женился на Зарине? Кстати, ты только говоришь уважение, гордость. И не должно быть в душе плохого, но, к сожалению, так не бывает. Твой самый большой минус – это я. Бехрус Атабекович, запомни, я презираю тебя. Хусан, почему он так говорит? Так значит, Шахрос, ты чего? Убери от меня руки. Бойтесь этого. Ты никого не уважаешь. Я тебя не узнаю, Шахрос. Саид, возьми себя в руки. Шахрус. Брат, что с тобой? Простите меня. Теперь ваша жизнь будет без проблем. Брат, сегодня мой день рождения. Вы мне купите красивую машину? Почему ты меня бросил? Почему? Человек приходит в этот мир и что-то после себя оставляет. И чтобы осуществить свою цель, он беспрестанно трудится. Сарвар – человек, который стремится к своей цели. Но чтобы помочь своему другу, чуть не совершил преступление. Вот сегодня он открыл спортивную школу и тренирует молодых ребят. Мы уверены, что наше будущее в их надежных руках. Учитель. Здравствуйте. Как дела, Саид? Здравствуй. Ребята здесь? Я им тут задание оставил. Все сделали? Они вас ждут. Хорошо. Нам надо тебя подготовить к международному турниру. Завтра начнем тренировки, ты понял? Конечно. Это, видимо, к тебе.
Я сейчас. Ну, хорошо. Как вы? Хорошо. А вы как? Хорошо. Хорошо выглядите. Спасибо. Вы поправились? Да. Все хорошо. В следующем году снова буду участвовать в конкурсе. И все благодаря вам, Саид. Кстати, я открыла свой ресторан. По условиям там все должны читать книги. Если будет время, заходите. Вы наш почетный гость. И спасибо за ваш финансовый вклад. Хусан, вы доставили книги по адресу? На вечер организуй ресторан. Какие финансы? Я ничего не вкладывал. Опять скромничаете? Я серьезно. Ладно, мне пора. Будет время, заходите к нам, хорошо? Заходите к нам. Нет, в следующий раз. До свидания. До свидания. Саид, мы же с вами обязательно встретимся? А как же? Еще много непрочитанных книг. Хорошо, всего доброго. До встречи. До встречи.